Всем приветики, друзья! Сегодня мы посмотрим домик на дереве, да. Я его как бы построил сам, да. Ну, там кое-что посмотрел, как сделать, ну кое-что где-то я там поднатаскался, вот поэтому... А полностью все это я придумал сам, кроме вот, допустим, вот этой вот лесенки, да, которую я не смог сделать сам, потому что... Ну, вы поняли. Лесенка, да, вот такие вот фонарики. Ночью смотрится бомбезно, да. Бомбезно. Рекомендую построить такой дом для выживания. Давайте посмотрим, что тут внутри есть. Собираться, в общем-то, удобно, кстати, да. Кто значит такая кроваточка? Два васильков голубых, только они белые, почему-то. Вот, допустим. Полочки такие, типа мы на 4 люди, и большущая кровать такая. Ух, хорошо. Хорошо. Это еще не все, что есть. Вот. Тут такие штучки бывают, что ты падаешь. Все, теперь не упаду. Нет. Пофиг уберем. Короче, тут есть резчик по камню, зелеварка, сундук эндера. Вот, спросите вы, где сундучки? Да-да-да-дам. Ну, это типа можно узнать для камня и для дерева. Да. В принципе, можно сделать еще один. Сейчас. Еще один этаж. Ну, это как бы будет затратно по ресурсам. Да, я хочу, чтобы вы его сразу... Ну, как сказать, это же дом для начинающих. Дом на дереве для начинающих. С первой игры. Ну что, у вас дерева не будет, что ли? Он, кстати, почти полностью состоит из деревьев. Только вам еще ляны понадобятся для вот этих. Из нее сейчас кое-что сделаю. Вот. Чтобы удобнее было. Вот эти вот зелененькие штуки. Что? Зачем? Нет! Ребята, ну смотрите. Набираем под этим видео 10 лайков, и я выпущу урок по этому дому. Да. Вот по этому дому. На дереве. Всем спасибо, с вами был Макс, и сегодня... Да. Начинаю. Кстати, хотелось бы еще вот этот домик вам показать, но это будет уже в следующей серии. И та фиолетовая... Вон та штучка тоже будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Если мы наберем хотя бы 10 лайков, я выпущу урок вот по этому домику на дереве. Всем спасибо, всем пока. С вами был Макс. А теперь лайки и подпишись. Не забывайте подписываться, ставить лайки. А теперь...